Всем здравствуйте. Короче, эпопея с давлением продолжается. Короче, опять разобрал редукционный клапан. Процесс не стал снимать. Опять разобрал, притирал и центрофугу промыл. Ну, промыл там, ничего не было. В принципе, там слой где-то, наверное, меньше миллиметра был, наверное. По шарикам в редукционном клапане. То есть шарик у меня стоял вот такой вот диаметр его. Штангель у меня убитый. То есть не знаю, видно, не видно будет. Короче, диаметр 14 миллиметров. Штангель убитый у меня, старый, он еще Ленина видел, наверное. Короче, стоял 14 миллиметров. Я поставил 13,5, наверное. 13,5, чуть меньше диаметром. От подшипника 23,07, двухрядный подшипник. Вот от такого, это у меня на фрезе таки стоял. Притирал, получается, вот такой вот оправкой. Арматура, наверное. Арматура на... Не арматура, кругляк на 20, его на 21, на 16, на 16 арматура. Ну вот поясок видно, не видно будет. Вот тут поясок, короче, сделался. Вклеил, короче, получается, тут просверлил немного. Просверлил и вклеил на суперклей и притирал, короче, грубо говоря. Ай, притер, короче, тут... Блин, кашель еще задолбал. И сопли. По трактору заменил шланг. Шланг этот поменял. Тут все в масле, блядь, все облившено. Долил масло. Потому что выбежало много. Дверь тут подварил. Так, насрал, грубо говоря. Вот здесь. Ну так, насрал, грубо говоря, заварил нафиг. Ладно, сейчас. Позвонили, пахать надо ехать, блин. Заодно проверить. Смысл нафиг ее, блин. Опять притирал я клапан. Опять, короче. Центрофугу заодно помыл. Может попало, думаю, что-то попало. Либо в центрофугу, либо там нафиг приплыло. Не знаю, сейчас завести. Трактор немного поработал. Давление его. Ладно, короче, надо ехать пахать. Нагреется, не знаю. На участке получится поснимать, там нет. Нагреется, как бы.
Потом домой приеду, покажу, что поменялось от этого что-то, нет. Давление не прыгает сейчас, не знаю. Я думаю, скорее всего, попало что-то, не знаю. Хрен его знает. Либо в центрофуге, либо в клапане. Что-то было, наверное. Не знаю. Ладно, короче, еду на участок. Хорош, наверное, уже. Она сверху вот корка, видать, взялась вон. А так нормально, глубина вон заебись. Ладно, короче, дальше.
пропахал я этот участок. Ой. Самое главное, нагрел я его до температуры где-то, наверное, ну 50 может. Самая главная проблема с давлением ушла. Непонятно, что это было. Либо это клапан редукционный все-таки, я еще раз его притер шариком и другой шарик поставил. Либо это проблема в центрифуге, что-то попало, либо под клапан редукционный это попало что-то, либо в центрофуге что-то было. Не знаю я, короче. Главная проблема ушла. Давление нормальное. Ничего не скачет, не нормально. То есть прыганий таких больше нету. То есть вот нормальное оно. Стабильное давление, все. Ой, по камере не знаю я, что там наснимал, что не наснимал. То есть непонятно, короче. Участок спахал. Что проблема с давлением решена. Я же говорил, вот надо главное делать вот так вот. Вот так вот надо делать. Чтобы работа была. Пусть ваша техника вас не подводит. Ладно, короче, всем пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо, кто писал. Главное, вскрывать поддон не придется. Думаю, все в порядке. То есть вот давление нормальное на холостых. Есть провал, но главное нету вот это, что вообще сильно падает. Ладно, всем пока, короче. Всем.